Ага. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Walking Dead. Первый сезон, 5-й эпизод. Мы с вами пробрались из одного дома, в котором мы обычно заседали, в другой, через отверстие, вот где-то вот здесь в стене. Вот, и теперь нам нужно осмотреть эту комнату. Здесь мы нашли пару. Улицы кишат ими. Сотни. Мы не выберемся через это окно. Окей. Дверь. Дом тоже забит ими. Не шумите. Так, понятно, сюда мы тоже не пойдем. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. В комнате, думаю, они были приверженцами чего-то там. Думаю, их родители очень похожи на этот, и они смотрели фильмы про кунг-фу. Just saying. Это так, к слову. Нифига себе, к слову. Так, давайте посмотрим на них. Ли, ты в порядке? Let's keep at it. Оставь их. А я кого-то к ним пристаю, я просто посмотрел. Реально жесть, представляете, вот. И вот как он сначала ее, потом себя, что ли? Я представить даже не могу, если честно. Трудно поверить, что мир когда-то был таким спокойным. Может быть, нам нужно будет как-то выйти через камин? Хотя вот здесь еще одна дверь есть. Как бы ты назвал эту штуку? Art? Искусство? Понятно. Такое вот хреновое искусство. Давайте посмотрим, что за этой дверью. Там какая-то кирпичная стена. Возможно, это выход. Ага. Децельный балкончик вообще размером с полноготка. Здесь ничего, кроме личных вещей. Похоже, если мы будем осторожны, то нам не придется спускаться вниз. Действительно, можно будет просто перелезть. Залазишь на бордюрчик. Можно даже на крышу, наверное, залезть. Нет, на крышу нельзя, но... Нормально, тут, в принципе, расстояние небольшое. Интересно, они не опасались того, что кто-нибудь вот спрыгнет к ним на балкон, придет и... Так. Только не облажайся. Ого. Let's keep going. Be careful up here. Давай двигаться дальше. Будем осторожны. Они ведь еще не научились карабкаться наверх. Ну, надеюсь, что нет. Кстати, у нас была бы возможность быть впятером, и, скорее всего, пятый бы уже умер бы на этой сцене, потому что, видели, там балкончик зашевелился. Так, хорошо, идем. Хорошо держишься. Не. Но я стараюсь, дружище. Что случилось? Честно? Знаешь, сколько я с Кэт вложил в тот сломанный фургон? Устроила бы она мне нагоняй. Если б я не успел прочитать, что? Рация у тебя? Да, конечно же. Может, связаться и сказать ему, что идем за ним? Да, точно. Оу. Осторожно. Кто-то построил этот переход. Вот вы молодцы, по двое заходят. Тут такой пролет сумасшедший. И такая дощечка тоненькая держит. Какого хрена? Это вообще не должно стоять. Вы посмотрите, здесь метров 12, если не больше. И на доске тут, ну, 100 на 100, наверное, она не выдержит такой нагрузки. На бруске, точнее, 100 на 100. Ну, посмотрите, 100 на 100, брусок 12 метров разве перекроет? Ну, не знаю, сомневаюсь. Ну уж нет, лезть в темноту, где полно всякой хрени... нечисти. Я там ничего не вижу. Ты же их слышишь, ведь? Мы тут все в здравом уме. Ну, хватит уже толкаться на тебя. Ух ты ж... Ты чё?
Блин. Блеск. Прости, да ты криворукая задница, блин. Господи, боже мой, ну как так? Нам нужно вернуть рацию, она единственная ниточка к Клементине. Найдем этого парня и без нее. А если не найдем, нам понадобится любая зацепка. Ли прав. Мне очень жаль. Все хорошо, нам просто нужно подумать, кому туда спуститься. Думать не будем. Криста! Криста! Господи, боже, блин! Я взяла рацию, вытащите меня. Отлично, ты как думала вообще? Блин, мы не можем дотянуться, найди что-нибудь быстро. Было бы очень кстати. Приглядывайте за ней. Сейчас там наверняка зомбари какие-нибудь попрутся. О, что это? О, палка. Хватайся за шест, мы вытащим тебя. Хорошо, спасибо. Давай. Твою мать, что ж такое-то? Все вот такие стоят с глазами раскрытыми на 57 копеек. Кажется, кто-то идет. О-оу. Хватай палку и долби. Чё ты руки тянешь? Палку хватай, долби. Блин, прыгай выше. Прыгай, малышка, ну же, прыгай. Вот, блин. Кенни, чё ты удумал? Даже не вздумайте мне говорить об этом дерьме и ничего не делайте. Ну же, вытаскивайте. Спасайте ее, давай, давай. Где же патрон? А, один патрон остался. Давай, тяни ее. Так, вытаскиваем Кенни. Ух ты. Где ты? Жесть, там сколько их. Беги, Кенни! Get the fuck off me! Отшибитесь от меня! We're going in after him. Мы должны идти за ним! Мы не можем! Мы должны! Ли! Go! Идите! Со мной все будет... Все, его сожрали. Жесть. Куда он пропал? Может, он убежал? Может, с Кенни все хорошо? Может, он нас найдет? А если нет? Он туда за тобой прыгнул. Я знаю. Он. Сраный алкаш, что ты сделал, блин? Взял, запрыгнул туда. Ну вот дает, а. Ну вот, нас теперь трое. Звук был, как будто его сожрали. Честно. Ой, жесть-то какая, а. Сколько их там кишмя кишит. Маршхаус, вот он. Ты в порядке? Хочешь поговорить? Ну давайте поболтаем, закат классный. Кенни был моим другом. Только кто-то умирает, они не сразу получают отпущение грехов. Ну, по крайней мере, он за все заплатит. В чем они вообще? Знаю, время хреновое, но я хочу, чтобы мы кое-что прояснили. Что именно? Кенни больше нет. Значит, Амиду и мне нужно выжить ради Клементины. Просто позаботьтесь о девочке, как сможете. А потом найдите ее семью. Уж постараемся. Ты и твоя подружка, наверное, хотите другого? Хватит. Хорошо, но вы меня поняли. С ней все будет хорошо, Ли. Типа, они намекают на то, что они хотят, чтобы она их дочка, типа, стала приемной. О-о. По крайней мере, говорит, это не похоже на смертельную ловушку. Катя глаза пучит. Кто пойдет первым?
Ты самый низкий. У него ранена нога, а ты носишь в себе еще одного человека. А у меня дела вообще плохи. Нам нужно принять решение. Сначала пойду я. На случай, если там что-нибудь случится. Уверен? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, пошли. Что такое? Тут одна проблема может быть, если эта конструкция настолько старая, что она его не выдержит, и все. Ой, она реально шатается. Ой-ой-ой. Ну не может за 6 месяцев конструкция металлическая прийти в такую негодность. Да что ж за бред-то? Извините, я же все-таки строитель, я... Черт! Вот, блин! Блин! Ты в порядке? Да, но я в ловушке. Что ты будешь делать? Можете мне помочь? Я не знаю, что мы можем сделать отсюда. Ну, хоть что-нибудь. Ты в жопе, Ли. Супер помощь. Пофиг, я буду пробиваться. Будешь пробиваться? В смысле? В смысле, меня уже укусили. Я просто пробьюсь через них до гостиницы. Да какого хрена? Найдите меня, когда спуститесь. И что это значит? Что и значит? Отель за углом. Найдите меня и Клементина так скоро, как сможете. Да ты с ума сошел. Других вариантов нет. Ну вот, я остался один. Сейчас будем пробиваться, ребят. У меня тесак должен быть в руке. Слушайте, если притвориться одним из них... Infected. Oh. Что? Вода. Забыли свой обед, сэр. Кинжал в жопу, да? Слушай, они вообще не обращают внимания на меня. Молоток вообще. Просто лип. Молодец. Вот это вообще по-царски получилось. Сам как зомби двигается. Офигеть, вообще жесть. Я бы если такого увидел, бы обосрался бы, наверное, от страха. Хоть дело в этом месте начинается Outlast или какая-нибудь игра по этому поводу. Сейчас что-то выскочит, я уверен. Тут ходит.
Что за... Что за странная конструкция? Ёлки-палки. О, ты кто такой? I got us adjoining rooms. Я нашел нам смежные комнаты. Где она? I already told you. Я же тебе уже сказал, что она в порядке. You look horrible. Ужасно выглядишь. Go over there. Иди туда. Put your things down. Клади все свои вещи. Выпусти меня. Кто там пришел? Тише. Quiet, please. Дорогая, sweetie. Веди себя потише. Your things. Все вещи. Туда. This is all I've got. Это все, okay? Что у меня есть, ясно? You travel light. Путешествуешь налегке? Я тебе не верю. That's everything. Go ahead and search. Это все. Можешь обыскать no, меня. I'm not touching you. Нет, я не прикасаюсь к тебе. Down. Просто садись. Кто это такой вообще? Do you know who I am? Ты знаешь, кто я? No. Нет. I don't know anything about you. Я ничего о тебе не знаю. You wouldn't. А ты и не мог знать. People like you don't. Люди вроде now тебя меня не знают. Теперь ты, наверное, думаешь, кто же все это делает со мной? Несколько недель назад мы нашли машину в лесу, набитую разной едой, водой и другими необходимыми для выживания вещами. Да, я не какой-нибудь каннибал или убийца из леса, или злодей. Я просто отец. Я тренер в детской футбольной лиге. Everything was just out there for the taking. Все просто лежало там, бери не хочу. Мы голодали. Taking? Как-то не... Бери не хочу. Ты понимаешь, что вы забрали у меня? Не начинай тут рассказывать, кто что и у кого взял. Я не забирал ее у тебя. Я спас ее от тебя. Как ты не понимаешь? Тебе когда-нибудь приходилось причинять боль тем, кого ты любишь? No. Нет. That's not true. Это неправда. What about that boy, who а как насчет мальчика, которого не смог, Crawford, was it? Который не смог выбраться из Кроуфорда? If it didn't hurt him, о нем ты позаботился? You did hurt that girl in there. А, я про него даже забыл. Я причинил ей такую боль. Мой сын Адам пропал. Я взял его на охоту, когда моя жена сказала, что он слишком молод. Я считал, что он должен научиться. Я вернулся без него. Ее лицо безмолвно кричало. Ты монстр. Мы все отправились его искать, но так и не нашли. Я причинил ей большую боль. По-моему, больной какой-то. А потом ты забрал все наши вещи. Ты ограбил нас. Я мог снова заслужить ее доверие, Ли, но после этого... Ты облажался. Чем голоднее нам становилось, тем больше она винила меня. Потом она взяла нашу дочь Элизабет и ушла. They didn't get far. Они ушли недалеко. Found them. Я нашел их день спустя. На дороге. In the road. Do I look like a monster? По-твоему, я похож на монстра? We all do. Мы все похожи. Some more than others. Некоторые больше других. I'm not like you. Я не такой, как ты. You let that little girl. Ты позволил, чтобы маленькую девочку накормили отвратительным человеческим мясом.
Все намного сложнее. Откуда он все это знает? Ты позволил ходячим тащить парня в окно, только потому что хотел защитить милую девчушку с пистолетом. Откуда он все это знает? Тебе там не было. На ней была надета толстовка моего мальчика. Ты украл ее у нас. Это не вся история. Не вся история? Откуда ты все это знаешь? You're a monster. Ты монстр. You're a murderer. Ты убийца. И вор. Я заставлю тебя страдать. Очень сильно. Just give me Clementine. Просто верни мне Клементину. Я лучше сам ее убью. Потому что так и будет, если она пойдет с тобой. Давайте зарежем его. После того, как я услышал Клементину по рации и понял, кто вы такие, я отправился за вами, только чтобы отомстить. Но чем больше я слышал о том, что ты творил, какой опасности она была, план изменился. Ли, послушай меня. Я хочу, чтобы ты это услышал перед тем, что произойдет дальше. Я могу о ней позаботиться. У нас может быть семья. Могу поспорить, что ты даже не знаешь, сколько ей лет. Ей 8. Неверно. Ей 9. Ее день рождения был 6 дней назад. Понимаешь, я знаю, что значит быть отцом. Она не будет подвергаться опасности, как было с тобой. Этому не бывать. Ты сумасшедший. Оставить ее с тобой — вот это сумасшествие. Тебе придется убить меня. Да? Я знаю. В принципе, я все равно не жилец. Эй, дорогая, я думаю, это все скоро закончится. С кем ты? Я тоже рад. Я бы хотел, чтобы тебе не пришлось проходить через все это. Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе движуха! Бам! Ну попади, попади! Нормально. Ку-ку-ку-ку, куда там? Я не знаю, ударь его. Еще раз ударь. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Может, его не надо убивать? Нихрена себе, он сопротивляется как сильно! Сейчас я его закукушаю! Закукушаю его полностью! Может, его не надо кукушить? Son of a bitch. Just да не, ну это я проиграю. Просто уходи. Бри. Оп. Клементина сделала. Жесть. It's okay. Да. Все в порядке. В порядке. You look horrible. Ты выглядишь ужасно. That's what he said. Именно это он и сказал. Let's just get somewhere Давай найдем безопасное место. You don't smell good. Ты плохо пахнешь, пахнешь. Да, я знаю. Did he hurt you? No. Он ничего тебе не сделал. Нет, вовсе нет. Прости меня, Ли. Клем, it's okay. Клем, все в порядке. We need to get you somewhere safe. Нам нужно найти безопасное место. And we have to talk. Там мы сможем поговорить, okay? Хорошо? Yeah. Да. Everything's okay now.
Теперь все в порядке. Сейчас нам нужно решить, как выбраться из саванны. Как можно скорее. Эй. Ты не испугалась? Испугалась? Ты не выглядела испуганной? Я знаю. Я сейчас напугана. Все в порядке. Жесть вообще. Представляете, что ребенку в 9 лет пережить приходится? Охренеть. Чё ты рацию не хочешь забрать? Так, что там в сумке? Мать твою. Боже. Не смотри туда. Не, я знаю. Охренеть, он бошку с собой таскает жены своей. Мерзость ты какая. Где выход? Вон там. Что там? Там ничего нет. Мы можем идти? Да, конечно. Почему там ничего нет? Что ж такое-то? Почему я не могу в эту комнату зайти? Ну ладно, пошли сюда. Там же зомбаки, наверное, стоят. Они же слышали выстрел. Опа! Привет. Я слишком долго тупил. Все, понял. В общем, он нас уже за своего взял. Принял. Унюхал. Это свой. О, музыка пошла нормальная. Все. Конец фильма. Оно не укусило тебя? Ага, я знаю. Наверное, ты весь покрыт этой противной дрянью. Мне пришлось прорываться через толпу ходячих. Вот как мы выберемся из саванны. Он хочет ее измазать говнищем этим? Видимо. О, нет. Она все поняла. Жесть, мерзость какая. Закрывай глаза, затыкай нос. О, какая... Горит. Поговорим, давай. Мы тебя отмоем, как только сможем. Думаю, не скоро. Давай, замазывай еще. Are you done? Закончил? Еще немного. Хочу быть уверен. Давай повесим просто ее кишку, как ожерелье вот тут на шею, и будет вот так вот прямо, и украшение одновременно, и все. А может быть, он не укусил его, потому что он уже укушен? Вот, теперь пойдет. Надеюсь. Блин, такая маленькая стоит. И ты кое-что должна знать. А, ты кое-что потеряла. Я думал, я ее потеряла, я думал, что ты потерялась. Спасибо.
stay right next to me. Оставайся рядом со мной. Иди очень медленно. Не оглядывайся по сторонам. И не паникуй. I'll keep you safe. Я защищу тебя. Рацию не хотите взять вторую? Нормально такие. Стелси идут. Не чует, да? Наверняка сейчас кто-нибудь учует, нападет. Но мы его сразу топориком. Ой, мать. Ты чё? Я обосрался и даже накликал на кнопку мышки случайно. Это Штирлиц никогда не был так близок к провалу. О-о-о. Она маму свою нашла. И папу. Не надо. Жесть. Тоже мне нашел время, а? Охренеть, что сейчас будет? Ли, wake up. Ли, очнись. Please don't be dead. Пожалуйста, не умирай. Please, no. Пожалуйста. Ли. Ли, я так испугалась. Все, он уже зеленеет, синеет, смотрите. Я подумал, что ты меня покинул, я видел своих родителей. Я знаю. Они ведь не добрались до тебя. Нет, мы убежали. Они точно мертвы. Клементина, нам нужно выбираться отсюда как можно быстрее. There's thousands of them outside. Снаружи их тысячи. Мы должны. Я буду защищать тебя. No, that's crazy. Не, это безумие. Я спасла тебя. Мы здесь в безопасности. Я заперла нас изнутри. Попробуй открыть дверь. Я не могу. Быстро сделай это. У меня уже глаза желтые. Она была немного открыта, когда я нашла ее. Я закрыла ее, чтобы не было, нам было безопасно. На счет три. Раз, два, три. Давай, надо срочно открывать дверь. Давай, давай. Ну скажи ты ей уже. Видишь? Клементина, милая. Что? Что случилось? Нет, 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 не может быть. Нет, 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 нет. Может, Клем, может. Сейчас не время расстраиваться. Хорошо, я попытаюсь. О, думаю, там может быть выход. Охранник такой сидит спокойный. Хорошо, молодчи. Пошли. Только я не смогу слишком быстро. Я тебе помогу. Жесть. Ёлки, держу тебя. Можешь опереться на меня, если хочешь. Я в порядке. Я думал, что помогала тебе, притащив сюда. Просто запомни, милая. Никогда не загоняй себя в ловушку. Ладно? Не буду. Мы выйдем отсюда, и ты больше не будешь делать этого. Хорошо, не буду.
Keep going. Продолжай идти. Мы почти дошли. Get up, Lee. Вставай, Ли. The door is right Дверь here. Же рядом. Давай, собери все силы в кукушеньку свою. Твою, я не могу. You have to. Ты должен. Клем, я не могу двигаться. Please, для меня please это конец. Try пожалуйста, to get пожалуйста, up. Попробуй еще раз. Давай. Ну, кукушься посильней. Я даже правой рукой это делаю, давай. Твою налево. Я не могу. Тебе мало времени. Ты должна сделать что-нибудь. Быстро. Например? Ты должна держаться от меня подальше. Но Ли, сделай все возможное, чтобы держаться от меня подальше. Ты должна. Окей. Все, вырубился. Мы что-нибудь придумаем. Не волнуйся. Так. Клем, там, под прилавком, бейсбольная бита. Возьми ее. Там больше ничего и нету. Там, Клем. Я знаю. Ну тогда бейсбольной битой отработай там, используй биту, чтобы разбить окно. Так, ты выберешься отсюда, поняла? Да. Будь осторожна с битым стеклом. Отличная работа. Отойди от окна, там же зомбарь. Милая, не бойся его. Ты умная, а он нет. Ты умнее их всех. Выход там, Клем. I know. Так, а что еще надо взять? Клем, пододвинь стул, зарезай на него, чтобы добраться до замка. Клем, открывай. Он в ловушке? Тогда все будет просто. У него есть ключи. Возможно, от этой двери. Все, что нам понадобится. На полу наручники. Возьми их. Хорошо, Ли? Пристегни меня к батарее, сейчас скажешь. Надень их на меня и пристегни здесь. Что? Зачем? Не важно, что случится. Ты будешь в безопасности. Даже не знаю. Просто сделай это, солнышко. Проверь, надежно ли они закреплены. Нет, я не хочу этого делать. Ты должна ради своей же безопасности. Теперь ты должна разобраться с ним. Что-то бери биту и кроши ему черепаху. Он в ловушке. Если ты будешь осторожна, ты сможешь забрать у него все, что нам нужно. Ключи и еще оружие. Точно, ключи и оружие. Просто не бойся. Даже если что-то пойдет не так, ты быстрее, чем он. Что я должна забрать первым? Пытаемся взять все у зомбаря. Ты какой? Ах ты ж! Он вырвался! Твою мать! Избавься от него! Избавься! Биту, 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 биту возьми! Осторожно! Давай, 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 бошку мы раскали! Раскали ему бошку! Мама! Хватай, хватай, биту! Биту, 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 биту возьми!
другой рукой, что ты творишь? Давай, давай-ка я. Еще раз. И снова. И вот так. Смотри, живучий тварь, а. Я сделал это. Я избавился от него. Ты можешь о себе позаботиться, так ведь? Да, но ведь не... Сможешь, не волнуйся. Так... Эй! You're strong, Clem. Ты сильная, Клем. Ты можешь сделать. Но я... Я маленькая, это не важно. Тебе придется видеть плохие вещи. Но все будет хорошо. Мои родители... Это ужасно. Даже не представляю, насколько, солнышко. А сейчас ты... Пожалуйста, пожалуйста. Не становись одним из них. Пожалуйста, не становись ходячим. Можно сделать всего лишь одну вещь, чтобы это избежать. И ты знаешь, какую. Я не знаю, смогу ли я. Она не должна этого делать. Она не должна этого делать. Можешь оставить меня. Ничего страшного. Ты ведь станешь одним из них. Все хорошо. Это не ради меня. Клем, время на исходе. Тебе пора уходить. Ты поможешь? Можешь пойти со мной? Нет, милая, не могу. Но ничего страшного. Ну, пожалуйста, ты должна уходить сейчас. Может быть, я не должна позволить тебе превратиться. Я не хочу заставлять тебя делать это. Выстрел. Изменит тебя, солнышко. Я не хочу, чтобы ты стреляла. Клем, ты уже стреляла в человека раньше. Не хочу, чтобы ты к этому привыкла, понимаешь? Да, Ли, понимаю. Делай это только тогда, когда ты абсолютно уверена в этом. Иначе... Я уйду, и я оставлю тебя. Я буду идти как можно быстрее. И как можно внимательнее. Всегда будь начеку. Найди Амиду и Кристо. Они, возможно, сейчас нас ищут. Оставайся на крыше и далеко не уходи. Ты их встретишь. Они позаботятся о тебе. И Клем. Следи за прической. Я буду. Я буду сама себя подстригать. Отлично. Молодец. И еще. Все. Превратиться. Что еще? No, don't worry. Ничего. Right. Не волнуйся. Все в порядке. You'll be okay. С тобой все будет хорошо. Go.
Ходячие мертвецы. Производство Telltale Games. Вы отрезали руку Ли? Нет. Вы сорвались? Отдали оружие, ставили оружие при себе. Не убивал похитителя Клементины и избавили Ли от превращения? А, нет, я не избавлял. Ух. Ну что ж. Вот и закончился первый сезон «Ходячих мертвецов». Что ж, да, душещипательная история. В любом случае, в конце ролика вас будет ждать видео после титров. А сейчас я могу сказать только одно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании вы всегда можете найти ссылку на плейлист, ну и кнопочка «Поделиться». Всегда к вашим услугам. До встречи. До встречи в дополнительном эпизоде DLC, так сказать, к первому сезону. Пока-пока. Патроны какие-то лежат. Или гильзы. Что там? Люди? Похоже на людей. Не увидели.